едем к Володьке в магазин, сегодня везем ему в подарок вот эту деталь. Машина тарахтит уже, греется. Сейчас вам покажу Володьку, как он выглядит, чем он занимается. Поехали. Так, ну а если без шуток, мы едем не только к Володьке, мы едем... Осень такая, да, красивая? Мы едем покупать запчасти, вот список. Нам нужно купить держатели патрубков, держатели бачков для этого самого сцепления тормозной жидкости. Так, трубка одна тормозная, патрубки все тосольные, сам тосол, низковольтные провода, опоры двигателя, силовые провода аккумулятора и, значит, с аккумулятора на двигатель, из двигателя на, ну, короче, это, ну, вот эти вот, которые к стартеру подходят, фильтры, это будет воздушный и бензиновый, и крышка трамблера. Поехали. Здесь у нас пока едем, Золушка Андрей ходит. Привет, мой маленький. Чем занимаешься? Работаешь все? Ну, Бог тебе в помощь. Все пожелтело, осень пришла. Все вот такое вот у нас небо. Такое черно-серое, серо-белое. Хотя можно отсюда даже смотреть, как подвеска работает. Ямку наеду. По кочкам срабатывает. Покрышки гнутся. Ладно, едем к Володьке. Дождь пошел еще вдобавок. Ладно, в первый магазин едем. Володьку на потом оставляем. К Володьке идем, здесь Володька работает. Кого? Говорил, что иду к Володьке, короче. Конечно, за лампочками. Да, за лампочками. Да, и за москвичевскими частями. Да, москвичевские детали. Покажи, он тут снимает. Меня обидеть здесь не будут за то, что я снимаю. Ну, это реклама, то наоборот. Требует. Ну, не знаю, некоторые кричат, нельзя снимать. Ценники. Да их не видно нифига, эти ценники. Самый крупный отдел. Да, самый крупный отдел на всю Тверскую область. Москвы, да, люди с Москвы приезжают, вот поршня там всякие. Спасибо. Ну ладно, выходи. Давай. Это был Володька. Дождь идет, Октябрьский проспект, вот такие вот дороги клевые. Ну, в принципе, это уже неплохо по сравнению с тем, что было. По крайней мере, объезжать можно явно.
кессон, люстры всякие. Мы были сейчас вот там вот, он в том магазине, вон он, где магнит написано автозапчасти. А, короче, сейчас покажу, как люди тут ездят, прикольно. Дождик все сильнее, сильнее. Мерседес печальный стоит, упавший. Таможня, Вианор. Заправочка Лотос неплохая, 9 градусов вот на улице видно, да? Тачка за 10 тысяч никому не нужна, вот продается. Семера с оторванной шаровой правой, нижней, под погнутым крылом и бампером. Ездила, ездила, доездилась. Еще Мерс печальный здесь такой стоит, СК. Старый, добрый Мерседес такой вот. У нас такая вот погодка. Так, Александр, купил я тебе все по списку. Так. Провода от аккумулятора, понял, да, короче, к стартеру, к кузову. Шланги новые, 4 штуки. Радиатор верхний, нижний, там вот этот маленький около термостата. Тут у нас... подушки двигателя. Вот они. Подушки передней опоры двигателя. Вот они, красавчики. Конечно, блин. На вид говно говнячее, ну ладно. Так. Вот их две. Фильтр воздушный, фильтр бензиновый. Антифриз. 10 литров. Зелененький. Как и был. Ну, был какой-то синенький, непонятный. Так. Крышка распределителя. Новая. Провода. Лада. Высоковольтные. Могу открыть, показать. Должны быть хорошие. Да, такие силиконовые. Ну, в принципе, ничего особенного. Ну, вот как бы единственное, что Лада написано, да? Пахнут какой-то хренью синтетической. Такие вот проводишки. Ну, радует одно. Сейчас все будут писать в комментариях, что это говно китайское. Ну, радует одно, что это все в таких вот коробочках владовских, купленное в магазине, в большом магазине, не у какого-то там маленького частного предпринимателя, а вроде самый большой магазин на город. Ну все, в принципе, трубку надо будет поменять. Это трубка от главного цилиндра, вот оттуда, вот к этому колесу. Ну, еще единственное, что я забыл купить эту, вот эту фигню. Что-то я, блин, лоханулся. Ладно, что. Ну и провода, да? Могу показать поближе. У
21.05 почему-то. Ну ладно. В принципе, то же самое. Все это клеммы. Прикрывается. Все красиво. Тут вообще написано 21.23. Фиг знает. Ну, новое. Так что вот такое вот добро. Все по списку, в принципе, куплено. По трубке Тосола. Трубка длинная, Тосол сам, ну, антифриз, высоковольтные провода, опора двигателя, силовые провода, фильтр туда-сюда. В общем, вот так вот. Вот эту штуку я забыл купить. Ладно, мы потом купим ее и поставим тебе, вон она валяется. Все, сейчас ждем, эвакуатор приедет и поедем. О, как жрет рыбу. Аппетит-то какой, да, на сервисе. Кто работает, тот ест. О, блин, две рыбины меньше минуты. Вот так вот надо кушать. Все? Вкусная рыбка была. Да. Так, прибыл эвакуатор. Сейчас будем эвакуировать. Ну, примерно минут через 40 я буду.